Բարելու ժողջան թուղթ նորից դիտում եք ծոպլոգ հարցումը, ես անգամ մենք որոշեցինք Google-ի հայկական սիգմենտից վերցնել 4N բարերը, որոնք որ հայկական սիգմենտում ամենաշատը որոնվել են, ու այդ բարերը կրկին չափչփելով Ռուսաստանի փողոցներում հարցնել ժողովրդից, թե ինչ կարող է նշանակի, օրինակ հեղափոխություն, դուխով, ԱԱՑ ու վարչապետ։ Մինչև հարցմանը անցնելը, անպայման բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, ստեղանալ ինչ-որ մի տեղ հեսակը հայտնվի ինքը, ու լայք դրեք, նաև կիսվեք այս տեսանյութով։ Դե գնացինք։ Go to the Я не знаю, но это очень величественно звучит. Может быть, это какое-то собрание. Возможно, какое-то приветствие или пожелание. Что-нибудь типа. О, пойдем гулять. Эра похудения? Эра похуцин? Похутин? Ну, какое-то, наверное, все, мне все равно, типа, мне похутин. Капец. Подождите, это интересно. По пути. Пусть будут очки. Очевидно, это какие-то слова иностранного языка, да? Может быть, армянского. Духовка. Это напутствие. Ну, наверное, тоже хорошая погода. Духов. Ну, духи, парфюмерия, что-то с этим связано. Духов, духи. Пусть будет так. Борода. Пока. Пускай будет так. Ну, тоже что-то связанное с кухней. Приготовление, варка. Ворчапет. Наверное, это дедушка. Дедушка ворчун. Ворчапет. Пэт. Ну, звучит как товарищ. Хочу в Грузию. Как ваши дела? Вопрос какой-то. Велосипед. Ну, так бы сразу и сказал, даже это ворчапет, все знают. Так, ворчапет. Ну, пускай будет. Договорились. АЦ. Ну, это просто кто-то чихнул. Будьте здоровы. Это какое-то междометие, я не знаю, что это может означать. Ну, наверное, типа, ух ты, вау, там, круто. Типа, вау. Может, спасибо? Не знаю. Ругательство какое-то. Даже нет предположений. Возможно, какое-то признание, может быть, в любви. Целоваться. Снимай кроссовки. Лав Жовчан, перекес Михалку Цельгар Циненко. Здравствуйте. И ах, перес, или ту?